сил на переднюю ногу как можно дальше. Терпим ножками мощный посыл! Через час самолета до Москвы. И едем мы с моим учеником, с Кирилленко, на первенство России. 18 лет. Пожелайте нам удачи. Постараемся не подвести. Сработать на 6 подходов. Привести медальон самого высокого достоинства. Да, Люк? Находимся в самолете, который нас доставит с Божьей помощью до Москвы. Хочу представить вам своего ученика Мироненко Илью. Он является на сегодняшний день мастером спорта России и победителем спартакиады 2015 года. Мы с ним вылетаем на первенство России до 17 лет, которое будет проходить в Старом Осколе. Вот он богатырь. Да. Вот в таком качестве, в качестве тренера мы и летим в эту командировку. Погода благостная. Единственное, что очень многим не понравился мой чемоданчик. Нас изрядно тормозили. Ну ничего. Главное, чтобы в тот день, когда Илья будет выступать, все складывалось, как нам нужно. Юха, ну что, мы где находимся? Расскажи нашим друзьям. Вот добрались сейчас на вокзал Киевский. Вот сейчас у нас поезд через 2 часа. Сейчас будем потихоньку передвигаться на другой вокзал у нас. Тихо, ты чё плачешься? Ну вот мы добрались до Курского вокзала. Сидим в зале ожидания. Все куда-то едут. Ну а нам нужно в Старый Оскол. Наш поезд будет через 2 часа. Вроде есть желание перекусить, но запах, честно говоря, перебивает это желание. Да, сейчас пойдем что-нибудь другое найдем местечко. Это Россия, друзья. Вот эта церковь находится рядом с центром спортивной подготовки сборных команд России. В Москву пришла весна, на самом деле тепло. И навевают мысли. Очень, я еще помню, не юниором я был. Именно отсюда на электричке добирался до Подольска, до спортбазы, до Олимпийской базы в Подольске. Отсюда же поезд идет. И до спортбазы Чехов. То есть этот вокзал в памяти. 20 лет мне было, да, когда в юниорскую сборную меня взяли. Это 2002 год. Сейчас на дворе 2016. Нереально быстро пролетело время. И вот еду на чемпионат, на первенство России до 17 лет. И хочется сказать, эх, где мои 17 лет? И хотелось бы обратиться к молодым штангистам, тяжелоатлетам, да и спортсменам в целом, чтобы не думали, что очень много времени, все впереди, чтобы ценили каждый день, каждую тренировку, каждое соревнование, не откладывали на потом, а брали здесь, как говорится, и сейчас. Удачи вам в этом, молодежь! Нижний.
российские поезда, самые поездатые поезда в мире. Ну вот мы в поезде номер 57, который привезет нас в старый Оскол. Thank you.
называется «Улыбка». К сожалению, мне не удалось поплавать ни в водохранилище, ни в бассейне. Но, честно говоря, не за этим сюда приехали. Сегодня 21 апреля, день выступления Ильи Мироненко. Ничего говорить не буду, но работа была проделана неплохая. Там помост рассудил, на что подготовились. Все, что не под ним, все наше в любом случае. Вот такое старооскольское водохранилище. Сегодня погода ветреная, даже волны есть. Прям как на море или на заливе какой-то. Оно очень большое. 20 километрах от города. Все, в принципе, здесь устраивало. Но теперь работать. Буквально через час взвешивания и через 3 часа сам старт. Категории до 69 лет. Куда съехались 330 юношей и девушек. Это вообще рекордное количество участников. Об этом не раз говорилось на этом соревновании. Наше будущее. Илюха, ну как настроение? Да вроде хорошее все. Штангетки не забыл? Не, все. Прическу сделал? Да. Все, в бой? Да, будем двигаться. Ну поехали, нас уже ждут. Представляем участника первенства России по тяжелой атлетике среди юношей до 18 лет. Весовая категория 69 килограммов. Группа А. Номер 1. Данильчик Севастьян, кандидат мастера спорта Архангельской области. Номер 2. Ивлев Олег, кандидат мастера спорта Сахар-Якутия. Номер 3. Титон Данил, Московская область. Номер 4. Мироненко Илья, кандидат мастера спорта Калининградская область. Номер 5. Гараев Рустам, кандидат мастера спорта Санкт-Петербург. Номер 6. Габисов Олег, кандидат мастера спорта Республика Алания. Номер 7. Змановский Павел, кандидат мастера спорта Новосибирская область. Номер 8. Багаджанян Арсен, кандидат мастера спорта Ростовская область. Номер 9. Мельников Евгений, кандидат мастера спорта Брянская область. Номер 10. Яковлев Михаил, кандидат мастера спорта Тюменская область. Номер 11. Аббасов Нурлан, кандидат мастера спорта Ульяновская область. И номер 12. Гордогожев Беслан, кандидат мастера спорта Кабардино-Балкария. Участники представлены. Всем доброго времени суток. Ну что, перед чем только что была представлена категория до 69 килограмм. Сильнейшие юноши страны, которые сейчас будут выяснять, кто из них сегодня сильнейший. Честно говоря, присутствует у меня волнение, такое ощущение, как будто я иду на помост. Представляем судей, обслуживающих данный поток. Центральный судья. Я думаю, что будет интересно. Татьяна Ижевская.
ножками с полной стопы. Держать, держать, держать. Молодец. Держи, держи, держи! Спину расслабь. Номер 4 Мироненко готовится на этот жилет. Великолепная мастерская демонстрирует наши юные богатыри. Номер 4. Мироненко Илья. Калининградская область. Третий подход. Если он поднимает этот вес, он по весу обходит Ивлева. Но у Олега Ивлева есть еще один подход. Илья Мироненко, воспитанный знаменитых наших прошлых атлетов Дмитрия Лапитова и Дмитрия Берестова. Все три подхода спортсмена успешны. 118 килограммов дает ему пока первое место. Первое упражнение. И Валер со своей руки. Третий подход. 120 килограммов. Thank you.
Мощный посыл! Держать, держать! Мощный посыл! Держи, держи, держи! Также приглашается тренер победителя Николай Башанов.
дистанция. Я считаю, что неплохо. Будем злее, как говорится. Подготовились в домашних условиях. Плюс по здоровью зубы лечили там. Ну это все лирика. На сегодняшний день вот так. Второе место в левке, в толчке и в сумме двоеборья. Нормально. Главное без травм. Продолжаем подготовку. Хорошие, достойные соперники. Здоровой конкуренции рождается хороший результат. Всем любителям тяжелой атлетики крепкого здоровья, богатырского и олимпийского спокойствия.